Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, у нас какие-то новости здесь. Отпразднуйте обновление игры. Награда за обновление. Получить все, 50 кредитов. Не знаю, друзья, что-то я не видел никакого обновления, если честно. Так, 135 кредитов маловато, конечно. Но... А, еще здесь 50. Слушай, ну тогда... Тогда, блин, Стронг. Тут 4. Блин, ну тут, извини меня, 300. Ладно, давай тогда возьмем Соколиный глаз, прокачаем. Трехмерным его сделаем. Ага, замечательно. Так, и чуть-чуть нам не хватает. Так, ну что, ребят, сегодня будем, наверное, брать 32-й ранг, скорее всего. Ну, я попытаюсь взять. А уж как там получится или не получится, игра покажет. Ну что, вперед и с песней. Витаминчики развил, буду витаминчики пить. Как вкусно. Сладенько. Так, ну что, у нас... Чего? ICTO. Так, ну мы можем посмотреть, это я не буду. Ребят, тут так покажется все. После 5-го хода все карты здесь случайным образом перемещаются в другую локацию. Фигня полная. Игра завершается после 4-го хода. Игра после 4-го хода? Да-да, друзья мои, после 4-го хода вы... Не обознались. Угу. Так, он вот так вот решил, да? Ладно. Так, у разыгрываем здесь, ну так, понятно, 25% шанс там. Давай так сделаем. Дедлок. Плюс один к энергии на этом ходу. Ну... Да... Ты понял, что он-то показал там? А время, типа, подходит к концу. Ну и что у него тут? Так, понятно. Вервольф здесь, уничтожили которого. Угу, он сюда. И Карнейдж. Плохо, друзья мои. Да ты запарил, а? Да, ребята, мне буквально не хватило одного хода. Не одного хода, а одного балла. Одного несчастного балла мне не хватило. Да. 32-й ранг, по ходу дела, нам будет тяжело сегодня взять. Что такое-то? Забрать награду, эй! Зависон еще какие-то мне тут выставляет. Да, паршивенько получилось. Ну, друзья мои, это же игра. Все время выигрывать тоже не получится. Хотя я очень стараюсь. Может быть, надо было колоду поменять. Так, Тобиас какой-то против нас играет. Ну, что тут? Добавляет по одной карте на ниндзи. Это фигня. А вот здесь добавляет белку. Даже не знаю. Ну, давай так вот сделаем. А у него кто? Понятно. Угу. Давай, наверное, сделаем таким вот образом. Что-то он задумался. Кто там у него? Белка. Че, опять что ли с Карнейджем? Да ну, навряд ли, ребят. Хотя... Так, ну что же. Ставим ее. Космо.
То есть у меня никто ничего не получил, да, получается? Вот, вот так вот, да, значит? Так, ладно, там дедлок сработал. Посмотрим, что получится у нас. Так, Энджел и Капитан Америка. А, ну Капитан Америка, понятно. Последний ход. Блин, друзья, последний ход. Если вы загрузите из карты, плюс 2 к силе. Погнали. Если вы разыгрываете здесь карту, Стронг. По-моему, мы выиграли, друзья. Да? Да. 14 и 18. Все, гуляй, Вася. Блин, а я снэп не сделал. Ё-пара-сэ-тэ. И поэтому получаю всего лишь 4 балла. Но главная победа, друзья. Поехали дальше. Поиск противника, допиваю свои витамины. Угу. И у нас Кагу. Кагу какой-то. Так, если вы загрузите здесь карту, уничтожает ее. Это хорошо, знаешь, кому? Кто на доборах, ребята? Ну, типа Карнейдж вот. Так, в этом матче будет 7-й ход. Да ладно. Даже 7-й ход здесь будет. Так, а что тут у нас? Оба игрока вытягивают карты из колоды противника. Фак, ну ладно, давай посмотрим. У меня-то здесь не особо хорошая карта. А вот что он у него там в руке, вот это будет интересно. Вот так вот, значит. Хорошо. Так, он две карты сюда выкладывает. Энджел и Электру. И Электру, значит, он выложил, да? Как бы тут лучше сделать? Можно, в принципе, наверное. Давай вот так вот. Дубликаты сделаем. Сделаем дубликаты. Так, а дальше как лучше сделать, наверное? Вот так вот сделаем. Угу. Кло. У него, оказывается, там был кло. Давай сделай так и вот так. Я знаю, что он сюда, наверное. Сюда прыгай. Вот так вот. Угу. Ну что, тогда сделаем 3. И вот так вот. Один. Ё-моё. Сколько тут получается-то у него? Да, дофига, ребята, переплюнул меня здесь. Одина поставил, да? И сыграл Кло. А я что-то даже не подумал, что здесь можно Одина влепить. Ну, точнее, я не был готов к этому. Я не был к этому готов. Вот что я тебе скажу.
Здесь вот добавляет копию. Так, другую локацию. Мне нечего пока поставить. Угу. На другую локацию копию. Значит, если я поставлю сюда медузу, она перейдет сюда, да? Так, это ракета. Плюс один к энергии на этом ходу. Давай я так сделаю. Снэпну. Так, а космо у нас только постоянки, да? Подожди, какие? А, раскрытие. Он только лишь раскрытие, ребят, может. Кто ходит? А он? Он ходит. А чё он тупит? Чё не делает никаких движений? Эйс Крашер. Так, что-то поставил. Звездный лорд. Да куда ты, твою налево, блин? Почему-то у него вот сюда, блин, а у меня... Ёпарасоте. Ну это что такое? Давай космо поставим. Но это, конечно, трэш, ребят. Блин, при раскрытии? Ёпрсте, при раскрытии! Ауч. А тут у него, конечно, вообще невезуха. У него 4 камня выпало. Это зона чисто наша. Но если, конечно, у него не будет кого? Железного сердца. Она может, да, прокачать их. Он тоже Джессику поставил, да? Но у меня тоже здесь Джессика. Теперь делаем вот так вот, наверное. И вот так. Слушай, друзья, последний ход. Мне даже поставить некого, прикинь. Я проигрываю по-любому. Может сдаться пока, отступить? Давай отступим, наверное. Я лучше отступлю. Потому что, ребята, бегство. А бегство что дает нам? Ну, все равно отнимает. Но не так много, да? Блин. Обидно. Что-то не притом мне с колодой. Может быть, надо было взять... девятую. Попробуем девяткой сыграть. Моумо. Чем меня этот Моумо может порадовать? Или огорчить? Так, ну у нас понятно, у нас тут. Ага. Игра завершается после четвертого хода. Ну, блин, еще не легче. После четвертого хода. Снэпнул тоже он. После четвертого хода. Почему-то он не стал ничего ставить. Что там? Плюс 3 с наибольшей силой. Ага, вытягивайте карту. Космо. У Морфа не сыграла, ребята, карта. Я думаю, наверное, всем понятно, почему она не сыграла. Так, подожди, последний ход же был?
твою налево, ё-моё. Он меня на фантастической четверке развел. Ё-пырсоте. Вот это да, блин. Чё я не подумал-то, что... Ну все, все, ребят, это называется в час 44 ночи Рэй решил поиграть и начинает фейлиться. Просто тупо сфейлился, ё-моё. Да еще как-то... Так, после четвертого хода нельзя загрузить здесь карты. После четвертого хода, я понял. Давай. Опять же, ребята, кто больше сюда накидает карт до четвертого хода, тот и выиграет. То есть вот на этой локации 100% будет победа. У него Йонду. Добавляет карту Белка в каждую локацию. Мне пока, как ты видишь, нечего поставить. Электро, что, вот это убьет? Давай, хорошо. Сделаем вот так вот. Кто там у тебя? Звездный лорд. Звездный лорд у него. Джессика, а у него тоже Джессика. У него тоже была Джессика, друзья. Последний ход. Блин, как тут сделать? Так, 10, тут один, тут ничья. Вот тут надо, как мне? Блин, Гамора вообще не в тему, ребят. Ладно, блин. Хорошо, давай сделаем так. И вот так. Iron Heart. Она не сработала, да? И, ребята, победа за мной. Iron Heart при раскрытии. Космо не дала ему. И он как раз еще восьмерочку добавил. Возвращаемся на наш 30-й любимый ранг. Но... Монета надо не 30-й. Мне нужен 32-й. А вообще в идеале 35-й. Ну хотя бы 32-й. Халка, наверное, надо уже, ребята, убирать из колоды, мне кажется. Так, потасовывают скалу в каждую колоду. Посмотрим. Ну, есть третий ход и есть четвертый. Вот на данный момент. Так, ртуть. Что там у нас? Ага, если разыгрывает, уничтожает ее, да? Так должно же. Если вы разыгрываете здесь карту, уничтожает ее. Так а почему не уничтожил-то? Объясни-ка мне на милость. Ой, я опять Джессику поставил. Блин, ну не же. Он разыграть, чтобы здесь хочет, не могу понять. Последний ход. Последний ход, друзья. Попробуем.
И по итогу мы выигрываем. Мы выигрываем, друзья. Конечно, Виктори. Жалко, конечно, только 4, опять же, балла получаем. Ну да ладно, ничего страшного. Так, у нас, по-моему, там, да, 6 заданий выполнено. Можно забрать награды. Угу. Ну вот, 385. Плюс еще 300 кредитов. 50 золота и 500 опыта. Совсем другое дело. Совсем, ребята, другое дело. И могу теперь приобрести. Так, подожди, нам кто-то прокачать хочет. Оу. А хватит ли? Хватает. Блестящий логотип. Золотая рамочка, ребят. Легендарка. Ну ничего себе. Так, что за карта? Так, при раскрытии сбрасывает карту с наибольшей текущей стоимостью с вашей руки. Леди Сив. Ну что же, Леди Сив, рад видеть в нашей команде. Так, а тут кто-то еще у нас хочет прокачаться, я так понимаю. И кто же это? Это Капитан Америка. Да? Анимированная. Анимейтед. Опа. Таинственная карта, еще одна. Добавляет карту Злощий Клон с той же силой в эту локацию. Если его ставить под Капитана Америку, это будет, конечно, круто. То есть клон сразу же получает баф от Капитана Америки или от той же самой Айрон Харт. Он тоже может получить баф. Только как это будет работать? Ну, что я могу сказать? Давай посмотрим. Здесь можно разыгрывать только карты, которые стоят 6. Тогда я поставлю сюда. Потому что здесь у меня будет стоять медуза. DDP? Или кто? Или доп? По-моему, DDP. Не надо, не надо дурковать, пожалуйста. Слушай, а он ничего не стал ходить. У него нет хода первого. После четвертого хода все локации меняются местами. Ну, давай так поставим. Все локации меняются местами. Да хорош уже в свои эти шутки прибаутки. Звездный лорд не сыграл. Давай я так поставлю. Что-то мне не нравится вот этот вот армор. Ну, допустим, взял ты броню. Ну и что? А я вот так вот сделаю. Бишоп. Дальше можно еще поставить вот так. А, вот тупанул. Тут же Джессика, ну куда ты ставишь динозавра? Ну, Рэй, ну нафига ты тупишь так? А, сработало? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Халка рубанул, Халка он рубанул. Не могу, да, сюда ставить? Да мне, наверное, будет достаточно и двух локаций, мне кажется. Блин, не могу я.
6. Грут. Ну все, выиграли, друзья. Выиграли мы здесь. Блин, я тут вот это, конечно, я пужанулся. Я думал, что все, ребят, продинамил. Но нет, это была ложная тревога. Немножко обделался, но тревога была ложная. Опять какой-то битов. Ну, ё-моё. Не, действительно, Халка надо, ребят, убирать с команды. Так, берете карту с базовой стоимостью 1 из своей колоды. Если не ошибаюсь, у меня нет такой карты. А тут неизвестно что. Так, ракета. Ракета, блин, прокачался, да? Так, разыгранные здесь карты не будут раскрываться до конца хода. А, до конца игры даже не будут раскрываться. Слушай, ну хорош уже, а, вот эти вот вылеты свои дебильные делать. Так, первый игрок, который заполнит локацию, получит, ага, карту с базовой стоимостью 6, и стоимость станет равна 0. Ребят, ну это нечестно, потому что, блин, моя карта должна сыграть первой. Почему у него-то первая разыгралась, блин? При раскрытии. Объясните мне, пожалуйста, это на милость. Тьфу ты, все, короче, начинаю тупить по-черному. Сам поставил все. Нафига ты ее поставил, Рейс? Она не будет работать. Дурак, блин. Просто дурила. Ой, как же жестко тупануло. И кто там у него еще? Электро. Дурачье. Мы его сделали, друзья. Просто сделали, как сосунка. Прикинь. Чисто фарт, на самом деле. Чисто фарт. Так, давай-ка космо нашего анимированный. Вот такой вот он у нас песик стал. Так, у нас еще одна таинственная карта открывается. И это, так, при раскрытии, если противник разыграл здесь карту, на этом ходу плюс 2 к силе. Видишь, опять же, если ты угадаешь, ты же можешь и не угадать. И никаких плюс 5 к силе ты тогда не получаешь. Так, я 200 кредитов не забрал здесь, оказывается. Если я здесь... Подожди-ка, у нас сколько? 335. Я ведь могу что-то... могу, конечно. Анимирую циклопа я могу. Конечно, я буду это делать. Эпик карта. Плюс 4. Чуть-чуть-чуть, таинственные карты. Нет, не дотянул я до таинственной карты. Но если у меня 50, а у меня есть, поэтому я приобретаю вот здесь вот. И плюс 1 балл, которого как раз мне не хватало. Да. Когда одна из ваших карт уничтожена, эта карта вылетит из колоды и заменит ее. Ну это хорошо, да? На Росомахе, на Карнейдж. Кто у нас там еще? Апокалипсис. Вот с этими картами Энджел будет вообще играть. Еще если новую взять, то там вообще будет красота.
Так, что у нас тут? Добавляют сюда по случайной карте каждому игроку после третьего хода. Ну, я вот сюда поставлю. Сейчас посмотрим. Особняк X. Я не знаю, что здесь за условия. Добавляю двух рапторов. Слушай, ну если взять волчицу и поставить сюда, будет даже очень неплохо, кстати. Что скажешь? Она плюс 2 за каждого, да? Да, плюс 2 за каждого, это будет очень даже... Поставлю я вот так вот. Это получается 2, 2, 2, 6. Плюс здесь 4. Десятка? Да что со связью-то сегодня, я не понимаю я. Ё-моё, при раскрытии снижает силу остальных ваших карт в этой локации на 1. Зашибись, ребят. Как вам такой расклад? Да. Блин, что бы сделать-то, а? Давай так. Ой, подожди, подожди. Слишком много, слишком дорого. Да почему дорого-то? Нормально. Слушай, ты задолбался своими аренхартами, а? Последний ход, друзья. Давай-ка вот так вот попробуем сделать. По 2 сюда, это получается 13-15, да? Выиграли. Ребята, мы выиграли. Фух. Вот это было, да, это было, конечно, круто. Ну что, я обещал 32 ранг, друзья мои. Вот он, 32 ранг собственной персоны на ваших глазах. Ладно, давай еще партийку, может быть, до 33-го сегодня поднимемся. Да, начали, конечно, не очень круто. Даже спорить не буду. Просто фейл за... И очень много еще тупанул, конечно. Невнимательность вот это меня раздражает. Моя же собственная. Так, Харик. Харик. Что у нас там? Подтасовывают скалу. Ну, понятно. На ртуть будет вместе с медузой у меня. В плане. Блейд. После этого хода так, добавляется глыба. На сторону проигравших, да? Добавляется глыба. Снэпнулся, короче, я. Ну, здесь двоечка, получается 4-6, у него 3. Что сегодня с игрой, я не могу понять. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет ее копию на другую локацию. О, да, это, конечно, было бы круто. Но я вот так сделаю.
А туда я не знаю, кого разыгрывать, ребят. Нет у меня. В данный момент в руке карты Халка бы, конечно, было, разыграть было бы неплохо. Такс. Он запечатал. Да? Или что? Или я неправильно понял? Нет, я, наверное, неправильно понял. Блин, фантазеру поставил. Ну, мистер Фантастик этот. Из фантастической четверки. Морф. Угу. А почему бы так и не сделать, действительно? Последний ход, да? Конечно, Халка, ребят, ставим. А прикинь, если бы у тебя был Один в колоде. Ну, по-моему, тут очевиден, да, результат. Практически в сухенькую мы его. С хорошим таким весомым перевесиком мы его, ребят, наказали. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, я и буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!